Друзья, всем привет! Забрала свои классные покупки с Валберес. Сейчас все покажу, будет интересно. На весну дочь купила себе стеганую жилетку. Она взяла в молочном цвете, но в магазине есть еще и в черном. Размерный ряд от 42 до 46. В подарок присылают красивые сережки. Стильная модель оверсайз, выполнена очень аккуратно, из матовой премиальной ткани. Мне понравилось то, что эта ткань водоотталкивающая. Все швы ровные и качественная фурнитура. Модель утепленная, наполнитель холофабер, распределен равномерно. Жилетка идеально садится по фигуре, имеет удобные карманы, пояс, застежка в виде молнии и планка с кнопками. Базовая универсальная модель прекрасно подойдет для повседневной жизни и спортивных занятий. На весну прекрасный вариант. Классная жилетка, очень понравилась. Дочь осталась от нее в восторге. Отлично пополнит наш гардероб. Смотрите, что мы еще купили. Это вот такие классные оживающие открытки на 23 февраля и 8 марта. Также такими открытками можно поздравить близкого человека на любой праздник. День рождения, свадьба, юбилей. Знаете, такой оригинальный подарок. Я даже и не знала, что есть такие интересные открытки. А вот дочь нашла их. В комплект входит наклейка, конверт и открытка. Пользоваться этой технологией очень просто. Заранее снимаем вертикальное видео до 5 минут, а затем по инструкции, которая есть в комплекте, прикрепляем его и подарок готов. При следующем сканировании открытка оживет и послание начнет проигрываться со звуком прямо на ней в экране смартфона. И самое главное, без установки приложения. И знаете, классно то, что это видео будет храниться на защищенных серверах аж 30 лет. Замечательные открытки, мы с дочкой просто от них в восторге. Очень рады, что их купили, ведь скоро 23 февраля и 8 марта. Нам с дочкой очень нравится аромат Tom Ford. Заказываем такие духи. И вот решили заказать аромадиффузор по мотивам Tom Ford. В магазине есть еще много различных ароматов. Приходит в подарочной стильной упаковке, так что станет отличным подарком на любой праздник. Набор состоит из элегантного диффузора и аромапалочек. Аромат потрясающий, очень приятный. Мы просто от него в восторге. Цветок табака, ваниль и какао – невероятное сочетание. Аромат по всей комнате. Знаете, очень большая площадь распространения. И стойкость такого аромата до 8 месяцев. Ароматизатор содержит качественные масла на экологичной основе. Такой богатый и теплый аромат подходит совершенно для любого интерьера. Для дома, офиса, ресторанов, студий, салонов красоты. Шикарный аромадиффузор, очень понравился. Придал нашей квартире свежесть и уют. Еще дочь купила себе вот такое стильное платье. Интересная модель с завязками на спине. Размерный ряд от 42 до 48. Выполнена очень аккуратно и с мягкой и приятной к телу ткани лапша. В состав входит хлопок 65%, кашемир 15% и эластан 20%. Универсальная модель выгодно подчеркивает все достоинства фигуры. Мне очень понравились рукава платья. Имеют интересный дизайн, напоминающий вязаную лапшу. Подходит для разных случаев, для офисного стиля, для повседневной жизни, для торжественных мероприятий. Красивое платье дочери понравилось. Будет носить его с огромным удовольствием. Всем привет! Приехала сейчас в Ростов, снимаю влог на канал мамы. Приехала сама, иду в институт. Сегодня много людей, у нас была пробка. Короче, еще у нас пошел дождь. Погода, конечно, солнышко. Точнее, не дождь, а снег. Такой, знаете, мокрый снег. И очень холодно. Сегодня нужно сходить в салон его подпилить. В общем, холодно. Я сегодня в парке. Подхожу к институту. Зашла сейчас в Золотой Колос, взяла себе чай, пирожные. Смотрите, сколько много
разных красивых десертиков. Я взяла сметанник и взяла чай, так что сейчас пойду. И я, девочки, просто обожаю чай с лимоном. Очень вкусно. И Наполеон, ой, сметанник тоже, кстати, классно. Людей сегодня многовато, потому что обед. Какое солнышко у нас, смотрите, вообще так тепло. Я одела теплую кофту, покажу вам потом. Тоже я ее заказывала на Валбере, снимали недавно на нее обзор. Она прям, конечно, такая теплая-теплая, так, как будто пить чай. Ну что, все, вышло я Золотого Колоса. Блин, холодно, там так тепло было, здесь, конечно, холодина. Елочку давно уже убрали. Да, погода у нас замечательная, прям тепло. Ой, не тепло, солнце светит, но холодно. Я вон в парке сегодня. Вот, такие дела. Видите, какие классные туалеты у нас стоят в центре Ростова в парке. Короче, цена стоит 20 рублей стоимость. Вот, просто прикладываете карту и все. Очень, кстати, удобно на самом деле. Захотела в туалет, вот. Я знаю, что еще на Пушкинской есть такие туалеты. Так что нормально, там чистенько, туалетная бумага, все есть, поэтому хорошо. Я решила прогуляться через парк, парк Горького, и пойду, наверное, потом по Пушкинской, потому что такая погода, конечно, хочется погулять, не хочется сидеть дома, хотя нужно снимать обзоры. В общем, вот парк, там колесо обозрения. А я сейчас буду выходить на улицу Пушкинская. Она очень красивая улица, особенно весной, когда все цветет. Там, конечно, очень красиво. Так. Ну а сейчас, наверное, так себе. Кстати, вот эти ботиночки я тоже заказывала на Валберес. Очень удобные. Проходила в них всю зиму, и мне прям нравится. Буду идти в сторону вокзала. Можно было с Ворошиловского поехать, можно с вокзала. Я решила, чтобы вам поснимать, как раз прогуляться, снять маме влог. А она пока дома готовит кушать, наверное. Я как раз поехала в Ростов, в институт. Думаю, ну давай поснимаю. И идем, иду в сторону вокзала. Решила поехать с вокзала. Смотрите, стройка идет. Клубный дом, летний сад, премиум класс. Это новый комплекс строится. Прямо на Пушкинской, я так понимаю. Так. Блин, вообще я хотела зайти в один магазин, представляете? Я совсем забыла. Ох, у меня просто вылетело из головы. Вот это да. Вот часто бывали такие ситуации, когда мы снимали магазины с мамой, к нам подходили, и нас спрашивали, а что вы снимаете, для каких целей вы снимаете. Вот, хотя по закону мы имеем полное право снимать магазин. То есть это как бы не запрещено, поэтому проблем никаких нет. Вот, ну такие ситуации. А уже на самом деле хочется поскорее весну. У нас недавно было так тепло на улице, было плюс 15, сегодня минус 4. И даже люди, некоторые, ходили в шортах. Конечно, рановато, но молодежь как бы уже почувствовали весну. Вот, я тоже делаю тонкую курточку. Вот, но сегодня холодно так, что я даже в парке. Я стянула капюшон, потому что мне не очень удобно. Вот. Но на самом деле уже скорее бы весна. У меня весной день рождения в апреле. Уже будет 24. Тут как-то маме написали комментарии о том. Спросили, кто старше, Владик или я. Мне, конечно, очень приятно, вот, но я старше Владика на 8 лет. Мне 24, а ему 15. А еще я хочу купить колонку Алису. Думаю, уже хочу, наверное, полгода ее купить. Не знаю, нужна, не нужна, буду ли ей пользоваться. Вот есть у кого-нибудь такая колонка вообще, как вам? И думаю, какую брать. Может быть, подскажете, когда навесили мое видео, сама не знаю.